Здравствуйте, рад приветствовать вас на моем канале. Итак, перед вами вот эти вот саженцы, они уже трехлетние. Это саженцы фундука, которые я высевал 3 года назад осенью. Чтобы посеять фундук, нужно с осени в октябре месяце тщательно перекопать почву на полный штык, то есть не менее 25-27 сантиметров, нарезать канавки 7-8 сантиметров, чтобы была глубина канавки. Потом расставляем фундук, ставим его на бок. Мы ставим его не носиком вниз, не носиком вверх, а на бок. Фундук, как и грецкий орех, прорастает через носик. Впереди выходит корешок, корень вниз и стебелек вверх. Расстояние между плодами 15 сантиметров, а междурядье 70 сантиметров. Сейчас у них уже есть боковые плодовые веточки. Некоторые уже пустили сережки. Формирую я их деревом. То есть все, что идет снизу, я ежегодно удаляю полностью. Даже если растет с земли, удаляю прямо из земли. Оставляю именно деревцом. Обрезаю один раз центральный проводник, второй раз центральный проводник. Все длинные ветки, которые больше 50 сантиметров, тоже их укорачиваю, чтобы они давали разветвление. То есть как на плодовых. Цель этого, чтобы больше вызвать таких плодовых образований. Тогда фундук из сеянца будут плодоносить на 4-й год. В данном случае я планирую, что следующий год уже будут первые цветы. Первые сережки уже есть. Первые боковые мелкие побеги с крупными кончиками тоже уже есть. Весной я цветение покажу и первые плоды. Цель этого эксперимента, как передается крупность и форма плодов, если высаживать из фундука, который выращен именно в промышленном саду, который опыляется тоже культурными сортами. Нельзя высевать и нежелательно высевать с фундука, который опыляется обычной лещиной. Бывают такие сады, в которых садят обычную лесную лещину для хорошего опыления. Тот материал не годится. Вот в данном случае ждем еще 1 год. Для тех, кто меня спрашивает, что получилось. Ну вот говорю, они уже хорошо сформированы. И формируются они именно деревом. Высадил я их густо, сантиметров 70-80 друг от друга. Это уплотненная посадка фундука. Знаете, что в интенсивном саду фундуковом можно самое гуще высаживать 70 сантиметров, междурядья уже на ваше усмотрение 3 метров, в зависимости какой техникой вы будете обрабатывать. В данном случае просто 1 ряд. Итак, до встречи. В следующем видео через год я вам покажу первые плоды и вместе мы оценим, стоит ли высаживать сеянцами фундук или только прививкой и отводкой. На данный момент я размножаю фундук только воздушной отводкой, обычной отводкой и прививкой. Пока что на реализацию у меня нет еще. Для себя просто подготавливаю для высадки в сад. Спасибо за внимание. С вами был Виталий Орех. До свидания.